Основу коробочки я сделаю из картона толщиной 2 мм. Вам нужно понять суть создания коробочки, и вы сможете сделать свою любого размера и с любым дизайном. Первым делом я нарисовала эскиз будущей коробки, желательно в натуральную величину. Мой эскиз можно будет посмотреть в блоге. Адрес я оставлю под видео в описании, либо по ссылке на мой блог. Я уже нарезала деталь донышка и боковые стенки, причем одну пару стенок нужно сделать шире на 2 мм с обеих сторон, чем сторона одна, как толщина картона. У меня это короткие стороны, и крепиться они будут, как я вот сейчас показываю, внахлёст, одна на другую, длинная на короткую. Клеить я буду на момент гель, чтобы детали быстро схватились. Обратите внимание, как я буду их склеивать. То есть донышко я буду обклеивать, сбоку буду приклеивать стеночку. Я хорошо промазала клеем ребро вот это вот донышко и к нему приставила деталь стенки. И хорошенько прижала, чтобы все приклеило. Немного укреплю все малярным скотчем. Вторая сторона аналогично параллельная. А теперь клеим стороны, к которым я прибавляла по 2 мм с обеих сторон. Я наношу клей уже на стеночки. Так удобнее. Мне показалось. И когда все немножко схватилось, я опять клею маленькие кусочки скотча. Вот так все получилось. Теперь аналогично и со второй стороной. Видите, вы можете придумать любые свои размеры. Главное воспользоваться правилом. И все, коробочка готова. Вообще ничего сложного нет. Нужно только немножко постараться сделать все аккуратненько и ровно. А теперь я буду обклеивать коробку тканью. Из акварельки я вырезала детальки размером со стенки коробки. Две покороче и две подлиннее. Я примерила, чтобы они были абсолютно одинаковые. И теперь их нужно наклеить на полоску ткани. Длиной как раз все эти четыре полосочки. Плюс по 1,5-2 сантиметра на подгиб сверху и снизу и с краев. Клеить я буду на момент ПВА столяр. Он достаточно густой. Его немножечко тяжеловато размазывать. Я буду делать это кисточкой. Можно выдавливать клей сразу на акварельку. Не забываем, что детальки нужно будет чередовать длинное и короткое, как стороны у коробочки. Клей ПВА очень классно клеится на ткань. Это прям мое открытие. Для себя. Мое открытие для себя. Для себя я открыла клей ПВА.
он буквально намертво все приклеивает и не оставляет следов на ткани. Мажу коробочку тем же клеем, ПВА, и начинаю приклеивать заготовку на коробочку. Кстати, я забыла сказать, что клей ПВА нужно очень хорошо распределить, чтобы не образовывалось никаких пузырей между тканью и бумагой. Для этого очень удобно пользоваться кисточкой. Я начинаю с короткой стороны и таким образом приклеиваю деталь и смотрите, чтобы вверх-вниз обязательно совпадал. И хорошенько проглаживаю. У меня палочка для лиговки. Аналогично поступаю со второй стороной. И таким образом я обклеиваю всю коробочку. Вы детальки эти сначала примерьте, посмотрите, чтобы они были точно такого же размера, как коробочка, чтобы не образовывалось некрасивых углов. Если что-то вдруг не так, то нужно отклеить немножечко эту акварелечку и подрезать ее, если вдруг она получилась больше, чем коробочка. Теперь на последней стороне я загибаю таким образом ткань. Одну приклеиваю на коробку, другую на акварельку. И оставшуюся эту деталь приклеиваю. Теперь нужно подвернуть ткань на коробочке. Я промазала коробочку клеем, и теперь вот так вот легко, аккуратненько ее подгибаю. А здесь я буду делать небольшой вот такой вот нахлёстик. Если ткань тонкая, то вполне можно делать так, ничего не подрезая. Вот таким образом делаю складочку, и там у меня формируется уголочек. Смазываю не только край этой стеночки, но и саму верхушечку промазываю, чтобы ткань хорошенько приклеилась. А теперь буду формировать донышко.
Лишнюю тканюшку можно отрезать с этого угла. Способов формирования несколько, я попытаюсь сейчас сделать вот таким способом. Просто приклеиваю все полосочки, оставляю уголочки, их срезаю и подклеиваю. Внутренние стенки я обклею бумагой. Размер заготовок равен размеру деталей из картона, чуть ниже на пару миллиметров, чем эта стенка. Плюс с трех сторон на 1 сантиметр на подгибку, то есть низ, края. Таких нужно 2 штуки и 2 штуки без боковых клапанов. Ну, это чтобы красивые уголки получились. Прежде чем клеить, я обязательно детали примерила, чтобы деталь без проблем поместилась. Теперь я приступаю к созданию окошечек, которые я предварительно нарисовала на эскизе. Их размеры я рассчитывала, помню про толщину картона 2 мм, но и на месте все равно кое-где приходилось подрезать. Глубину окошек я сделала на 2 см меньше, чем сама коробочка, чтобы не бояться декорировать крышку и основу. И вам рекомендую не пытаться мое повторить и нарисовать свое, исходя из того, что хотелось бы сохранить о малыше, и все рассчитать. Тут главное, чтобы углы все были более-менее 90 градусов. Тогда все обязательно получится. Кстати, картон я проклеила и сделала его двойным. То есть он не 2 мм, а 4. Я начинаю примерять детали, подходят ли они у меня. Видите, немножко коробочка выгинается. И рассчитанная мною деталь уже не очень красиво помещается. Поэтому я 1 или 2 мм буду подрезать. Именно поэтому нет смысла повторять мои размеры. Все рассчитывайте для себя сами. И подгоняйте уже в ходе работы. Я взяла то, что хотела сохранить, измерила размеры. И исходя из этого уже делала окошечки. Там для пустышки, для носочков, зубик. Зубик, конечно, не измеряла. Я начинаю обклеивать полосочки белой офисной бумагой. 160 грамм плотностью. Моя задача закрыть бумагой ребро, которое будет смотреть на нас. А у ребра, у стенки, я сделала 2 клапана, за которые к стенке эта полочка и будет цепляться. Вот я оставляю сантиметрик на клапан. И вот как раз с боков можно было тоже оставить по сантиметрику. Клеем я сейчас смазала, чтобы немножечко размять бумагу, и она хорошенько вот так вот сгибалась. И еще сантиметрик с другой стороны тоже оставила для клапана. Теперь доклеиваю. Сгибаем. Вот такие крылышки получились. За них я буду приклеивать к задней стенке.
Все, все детали я подготовила, я поставила на свое место. Теперь буду вклеивать их по очереди. Главное клеить их под углом 90 градусов и таким образом, чтобы одно к другому не мешало. Но можно, ну, можно будет клапаны, если что, и подрезать. Я начинаю с самой длинной полочки. Я измеряю одинаковое расстояние для левой нижней перегородки и ставлю отметочки карандашом. А боковые ребра можно промазать клеем момента или сделать такие же клапаны по бокам и клеить на них. Я еще раз проверяю размеры, чтобы окошечко было одинаково. И то же самое нужно проделать и с правой стороны. Прежде чем что-то приклеить, я опять все выставляю. Теперь сделаем крышку для коробочки. Для этого я измерила ширину и высоту коробки и прибавила по 5 мм. Можно 4 сделать. Высота крышки я сделала 3 см. И опять как у коробочки, боковые стенки крышки на 2 мм с обеих сторон. У одной стороны будут больше, у одной пары сторон будут больше. Обклеивать тканью я буду ее точно так же, как я это сделала и с коробочкой. Все то же самое. Крышечка и донышко делается одинаково, в зависимости от того, что вы хотите добиться. Берем картон или акварельку и обклеиваем ее тканью. То есть, если взять картон, то можно сделать пухленькую крышечку, а с акварелькой она будет плоская. Ткань будет на 2 сантиметра с припуском для всех 4 сторон, чтобы ее можно было подогнуть. Первая часть подходит к концу, во второй части я покажу, как сделать маленькие коробочки и задекорировать эту коробку и крышечку. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока!